Сегодня я поеду в Москву. В общем, всем привет! Сегодня я поеду в Москву. Я сейчас буду начинать уже собирать вещи, потому что совсем скоро мы поедем в город, там сядем на поезд и уже на поезде поедем в Москву. В общем, да. Я хочу попробовать взять с собой вот эту сумочку. В принципе, в нее должны все вещи войти, которые я хочу с собой взять, но... I'm not sure, я не уверена, но я попробую. Я очень надеюсь, что я смогу взять эту сумку, потому что она просто потрясающе выглядит. И она очень удобная, мягкая, я могу на ней спать, so... Больше всего вещей у меня займут мои две косметички, одна с уходом, другая уже с самой косметикой. Они довольно-таки тяжелые, но я не знаю, от чего мне еще избавиться. То есть я и так взяла... по минимуму, ну, чисто продукты, которыми я пользуюсь, которых я не могу сделать свой мейкап. Могу вам показать, что у меня интересного в моем уходе. Ну, конечно же, это линзы, потому что куда без них, я ничего не вижу. Это пенка такая у меня. Вчера купила сыворотку от Mixit, потому что моя закончилась. Она неприятно пахнет, но вроде все норм. Тоник для лица, тонер точнее, и это для линз, раствор. Еще крем, видите, в какой упаковке? Я просто genius. Ну и тут еще ватные диски и заколочки. Почему стекло такое грязное? Мы садимся на наш автобус и поедем на ВДНХ. Начался снег, мы очень этому рады. Нет. Очень. Очень много снега, прям вообще. У нас в поселке столько снега. Или вот такие рюкзаки. Я сейчас просто с триллионом пакетов таскаюсь. Где? Просто посмотрите, сколько снега. Я с двумя сумками. Тут подарок для подруги и рюкзак, который выдали. Такой себе. Загадочный. Нет. Покормят. Им сказали просто берите все, что едите.
расскажи. Знаете, такой обед очень даже такой, прям лакшери. Мой лакшери, смотрите. Вообще, кушаем. Мы покушали, было очень вкусно. И, кстати, метель закончилась, поэтому там сейчас погода идеальная. Это Путин тучи разгонял на самом деле. Такие браслетики выдали. Мы сейчас будем их Короче, Сара, видео для тебя. Вон вкусная точка, солнце Москвы. Давай бегом. Я покраснела, потому что увидела Сару в жизни. Мне холодно. У меня руки трясутся. Ну как бы. Тут поет BTS, потому что тут кипа. Интервью, мы, короче, звезды вообще России. Мы самые крутые. Да. Да. В общем, как вы можете понять, я уже дома, причем сегодня среда. Я не снимала ничего с пятницы, когда я приехала домой. И сейчас я открываю посылку с Алика. Мне пришла супер милая вещь. Я очень ее ждала. А, как мило. Это заколочки с Мифи. Я их увидела в Пинтересте и подумала, где такое можно купить. Блин, как мило. А, мне очень нравится.
все норм. Ну, в общем, вот такие заколочки. Ссылочку могу оставить в описании под видео. Также я хочу показать вам подарочек от Сары. Начнем с этого милого зайчика. У меня, знаете, такое все. Beauty Bunny Style. So cute. Следующее, что хочу показать, это вот такой бантик для волос. У меня есть похожий, но он белого цвета, этот молочный, вот такой. Также тут две масочки для лица в розовом цвете. Сок для ванны. А нет, это скраб для тела. Там такая вот штучка с Blackpink, я не знаю, как это называется, карточка, в общем, что-то прикольное. Также здесь карточка Sauvignon, Polaroid Sauvignon, тоже карточка. И так, тут тоже Sauvignon, и тут Суджин и Мион. Также Сара из кармана достала вот такой вот стикер с BTS, здесь Namjoon, Taehyun, Jungkook, но я забрала себе. И самое, наверное, крутое, это помада от Romand. Я уже ей попользовалась, я уже сняла распаковку на нее в TikTok. Можете посмотреть. Посмотрите просто, как прелестно упаковано. Тинт очень крутой, моя мечта сбылась. Я очень рада этому подарку, спасибо Саре. Кстати, еще Даша пришла на встречу. И она подарила мне шоколадку Милка с орешками. Я ее съела в тот же день, когда приехала домой. Я обожаю эту шоколадку, очень вкусная, в общем. А я попаду в какой-нибудь влог? Нет. Нет.